Приветствую всех онлайн-зрителей. Прошу прощения за небольшую заминку, которая у нас получилась из-за изменения разрешения изображения. Если у кого-то проблемы с отображением видео, сейчас нажимаем дружно F5, перезагружаем страничку. Я сейчас переключусь уже на рабочий стол. У всех изображение должно появиться. Я пока устраняли проблему, увидел, был вопрос по литературе. И полностью согласен с постом, который написал Михаил Стив Нисон. Я бы к нему добавил еще одну книжку. Это Грегори Моррис. Это вот две самых лучших книжки по свечному анализу, наверное, из всех, какие существуют. Вот, поэтому их будет вполне достаточно. Плюс еще рекомендую зайти на сайт, называется harami.ru. Там очень много описано свечных конфигураций, ну, собственно, источники те же самые, да, но там много примеров приводится, и самое главное — статистика по фондовым рынкам и по валютным, соответственно, тоже. Поэтому есть конфигурации, которые встречаются на валютном рынке, есть те, которые не встречаются, поэтому это тоже нужно учитывать. Так, сейчас я, наверное, тоже как зритель зайду, чтобы посмотреть, есть ли изображение или нет. Тут софт у нас обновили. Тех, у кого уже рабочий стол видно, прошу плюсики написать. Так, ну вот вижу, уже плюсы пошли. Хорошо. Так, сегодня хочу отметить, я даже на всякий случай для тех, кто будет в повторе смотреть, я специально прям огромными буквами вам здесь написал, что рабочий стол, если вы пользуетесь раздаточным материалом, не обязательно, если вы каждый день смотрите уровни поддержки сопротивления, если вы пользуетесь линией Ганна, если вы пользуетесь 38 попугаями, то в этом случае вам обязательно сегодня нужно скачать архив, который я кидаю в конце мероприятия, и установить новый раздаточный материал, потому что в противном случае завтра индикаторы у вас работать перестанут. Если скачаете и установите, они дальше будут работать спокойно так же, как и работали. Вот. На всякий случай я завтра об этом упомяну, просто чтобы это не казалось каким-то глюком завтра и так далее, потому что старый раздаточный материал будет работать сегодня до полночи по времени MetaTrader'а, и все. Так, плюсики пошли, замечательно. Тогда сейчас посмотрим, что нас сегодня ждет по новостям. Сегодня у нас 31 марта, четверг. По сути, уже все такие крупные события, которые должны были произойти, уже известны. То есть в 10.55 изменение числа безработных и уровень безработицы по Германии, потом в 12 часов, примерно через 3 часа, индекс потребительских цен по Евросоюзу, базовый индекс потребительских цен, и через 5.5 часов сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике. Тоже достаточно важный момент, поэтому ни в коем случае его не пропускаем в дальнейшем. А сейчас переходим к технике. Вчера с вами обсуждали, что практически на всех основных валютах-мажорах у нас будет формироваться дивергенция, то есть ждали следующего импульса в ту же сторону, что и вчерашний, но более маленький, который закончится дивергенцией. Да, ну, фактически на всех именно так и получилось. То есть, надеюсь, успели похватать вот эти небольшие движения. Если взяли, буду рад, если в чате мы сейчас это увидим. А мы начинаем с индекса доллара. Он по-прежнему сидит на расчетном уровне поддержки, в данном случае 94.87, но напоминаю, что в данной модели у нас любое значение между 93.97 и 94.87 может стать уровнем поддержки. Плюс пока что он фактически стоит на той же самой цене, на которой он был несколько дней назад, его фактически не пробил, да?
И получается кратное основание, плюс ко всему еще и дивер. Давайте на всякий случай обозначим. Так что смотрим за событиями, которые также будут выходить по Соединенным Штатам Америки и по валютам, которые входят в индекс доллара, возможно, в ближайшие несколько дней, но это уже ближе, наверное, к понедельнику. Возможно, будут какие-то изменения, на этом тоже можно будет взять свой плюсик. Так. Дальше. На часах. По-прежнему сидит на расчетном уровне 94.95. Получается, как раз с погрешностью в 2 часа определили по времени момент разворота. Плюс ко всему видим, что есть дивергенция, которая, собственно, и бросила его немножко наверх, которая уже, в принципе, на данный момент отработалась. Линия Ганна у нас сломалась, поэтому будем искать моменты подтверждения того, что доллар будет чувствовать себя немножко лучше и рисовать коррекции на других инструментах. Но, опять же, без подтверждения ни о каких сделках речь идти не может, но какие-то небольшие движения в сторону усиления доллара в ближайшее время могут произойти, но в рамках, там, может быть, нескольких часов. И те, кто торгует внутри дня, в принципе, здесь поживиться смогут. Так, Егор пишет, колбасило то туда, то сюда. Так, по 15 пунктов забрал. Сейчас стою по еврику на продажу с плюсовым стопом. Еще вчера зашел по 1.1325. Ну, как раз стоять с положительным стопом – это уже самый приятный момент в торговле, потому что вы уже абсолютно ничем не рискуете, остается только собирать прибыль. Дальше. Сергей пишет, подцепил фунт на sell. Пробовал евро, но рано встал, без убыток выбило. Ну, тоже, в принципе, не страшно. Так, на всякий случай смотрим разметку на текущую неделю по прошлой неделе. Да, остановились на расчетном уровне 94.72. Сейчас растет 95.10. Если за ним закроется, то может приподняться на 95.42. О каких-то радикальных изменениях речь не идет, но просто локальное усиление доллара в пределах сегодняшнего дня возможно относительно других валют. Опять же, посмотрим, что у нас будут с новостями по Евросоюзу. Возможно, как раз евро входит же в индекс DXY, возможно, она внесет вклад, который сдвинет этот индекс. А сейчас переходим уже с полученными знаниями на евро против американского доллара. Мы с вами обсуждали, что новую модель мы будем рассматривать только если обновится максимум. Вот он вчера пробовал и не получилось у него это сделать. Посмотрим, где был последний экстремум. У нас даже получается, вырисовывается дивергенция, то есть не самый лучший признак для быков пока что. Вот, поэтому наши гипотезы мы пока что в памяти держим. Пока что мы их не отменяли, но пользоваться ими мы не можем, пока цена не зайдет за максимум, который мы уже обозначили еще несколько мероприятий наших назад. Ну, на всякий случай напомню, это примерно 1.1375. Пока цена не закроется за этим значением, и новый любимый угол мы считать тоже не будем. Так, сегодня в 10 часов выступает Марк Карни, кто торгует фунт внимательнее, сделки переводим в безубыток, может будет сильная волатильность. Ну, всегда, когда выступают представители таких крупных государств, мы недавно видели пример с Джанет Йеллен, поэтому полностью солидарен с этим постом, то, что написал Михаил, плюс с фунтом мы как раз сейчас еще разберем моменты, потому что до этого мы открывались сделки, которые некоторые из вас держали по несколько дней. Поэтому те, кто стоят еще с тех еще дней, могут просто еще в сопровождении побыть. Ну, сейчас еще разберем этот момент. По еврику, значит, дивергенция как раз на часах отрабатывается сейчас в данный момент. Плюс ко всему, недавно был сигнал о том, что вот-вот эта дивергенция уже
закончится и падение в том числе. То есть вот он сигнал по осциллятору. Поэтому все те, кто заходили по диверу, вот здесь, да, самое время перенести стопик или за вот этот экстремум, или просто на небольшое расстояние, исходя из того, что если дивер продолжится, он продолжится, не останавливаясь. Если же вас выбьют, вы в любом случае уже сидите в плюсе и ничем не рискуете. Спокойно ждете следующих сигналов. Следующий фунт стерлингов пошел уже на опережение ценой времени. Сделал двойную дивергенцию, и сейчас эта дивергенция как раз отработалась. Сейчас ждем дальнейшего развития событий. Почему? Потому что здесь тоже еще одна дивергенция нарисовалась, которая может его вверх развернуть. Перенесли углы. Опять же, не будем думать, куда он именно собирается идти. Смотрим по факту. Если пробивает вниз, постарается сходить к 1.1 и сравнять скорости с теми, которые были в самом начале зарождения тренда. Это в потенциале движение будет, ну, где-то пунктов 80, да, но заберете 70, если таковое будет. Если же нет, ждем, пока он не пробьет реверс, тогда движение продолжится в сторону краткосрочного тренда, который зародился 24 марта. Вот. Там получается ближайшее место, где его может остановить уровень сопротивления. Это будет 1.4510. И расстояние будет, ну, приблизительно, так, комп тормозит, приблизительно 85 пунктов, ну, 85 не заберете, ну, где-то получается 75 пунктов тоже в потенциальной прибыли есть. На квадратах, когда дойдем, можно будет посчитать, соответственно, более точно, но до этого мы еще не дошли. Следующий — швейцарский франк. Напоминаю, вчера обсуждали вот этот вот момент, говорили, что если зайдет за угол, то может еще сбегать вниз недалеко и образовать дивергенцию. Вот он это уже сделал. Если кто-то караулил, я так понимаю, в карман прибыль положили. И сейчас вот только что фактически свечки закрылись уже за одним из перенесенных углов. У нас модель, так, сейчас на память не помню, получается за перенесенным 1.1. То есть сделка против основного движения. И если доллар временно усилится, то как раз он может швейцарца на небольшое движение пунктов, там на 50-30 пунктов вверх утянуть. Это никак пока модель не развернет, но те, кто допускают сделки и в направлении тренда, и против направления тренда, на какое-нибудь небольшое вот такое движение могут рассчитывать. Все остальные, кто рисковать не любит, ждем следующего максимума и потом переносим перенесенный 1.1 угол на него и потом ждем, какой же будет пробиваться. Лучше, конечно, если пробьет реверс, так же, как это было вчера. Так, по фунту стою на продажу пока в плюсе, стоп уже в безубытке, пишет Михаил. Ну, полностью в этом моменте солидарен. Плюс ко всему, если сейчас пробьется еще вот этот угол, можно, наверное, будет даже добавиться. Потому что дивергенция, ту, которую мы с вами нарисовали, она либо отрабатывается сразу, либо никогда. То есть еще буквально этот и следующий час, те, кто еще не в рынке, можете подождать. Если не будет какого-то внезапного резкого роста и сильных бычьих свечей, то уже ничего не будет. Вот простой пример из вчерашнего фактически движения. Дивер образовался и тут же выстрел в противоположную сторону. Поэтому дивергенция не бывает такого, что она образовалась, а начинает отрабатываться там через 6-8 свечек. Она либо сразу дает плюс, либо не дает его вообще. Так, Алексей задает вопрос. Не могли бы вы показать, как именно выбираете точки для построения угла 1.1? По сути, угол 1.1 – это линия тренда, поэтому тут особо сильно можете не заморачиваться. Да? То есть мы смотрим, как изначально формировалась скорость тренда, когда он возник. То есть у нас вот был минимум, максимум, потом он опять опустился, опять поднялся. У нас есть два растущих максимума, два растущих минимума. Мы нарисовали линию тренда. По сути, линия тренда и будет отображать угол 1.1. Здесь то же самое. Был максимум, был минимум, был максимум, был минимум. Падают максимумы, падают минимумы. Мы нарисовали по максимуму линию тренда, она же будет выполнять роль угла 1.1. То есть, я повторяюсь, это приближенный вариант расчета по углам, потому что точный мы сможем сделать только на миллиметровой бумаге, а
времени такого у нас не будет. Более точно это описано в книжке Джеймс Хиржек «Модель цена и время». Там точность можно получить значительно выше, но вы никогда в жизни это не посчитаете на программе MetaTrader 4. Для таких целей может быть пригодна программа Gunner 24. Если мы сегодня уложимся во время, можете мне ближе к концу мероприятия напомнить, я покажу, как она выглядит. Так, дальше. По фунту верхняя граница по Chicago Mercantile Exchange 1.4495. Ну, пренебрегать такой информацией мы не будем. Давайте на всякий случай поставим. Напоминаю, Чикаго всегда белым цветом будем выделять. 1.4495 и цвет белый. Вот так. И сразу же, когда мы с вами до квадратов дойдем, тоже пусть будет. Тоже окей. Так, швейцарский франк есть, иена. Иена тоже сделала дивер, отошла наверх. Сейчас, получается, пробила реверс, но поводов ее сейчас слушать у нас пока что нет, потому что общее направление у японцев пока что не поменялось. Они в большей степени смотрят наверх, и вниз могут себе позволять заходить только те, кто имеют достаточно много свободного времени и работают на маленькие расстояния. То есть взяли там в районе 15-45 пунктов и убежали. Как вот до этого он падал. Это сделки с повышенным риском, но, как правило, если вы скальпер или высокочастотник, то некоторые стратегии позволяют это делать с достаточно высокой вероятностью. А у нас есть, по сути, уже новые максимумы, новые минимумы. И сидим, ждем, куда же он будет пробиваться. Нас интересует пробитие только вот этой линии перенесенного угла 1.1. Это будет теоретически сделка против тренда, но в направлении интересов ЦБ, поэтому будем отдавать предпочтение именно ему, потому что у меня лично желания становиться против ЦБ особенно нет никаких. Следующий. Так, Егор пишет по швейцарцу, скажите скорость, сейчас скажу. 7.30 и минус 7.30 соответственно для основных углов. Если нужны еще замедления, ускорения, сейчас давайте вернемся, посмотрим. Значит, ускорение это будет 14.60, ну, с минусом из-за того, что мы падаем, да. А замедление это 3.65. Опять же с минусом. Вот. Ну, рассуждения такие же, как фактически на протяжении последних недель. Так, с японцем разобрались. Дальше Австралия. Вот специально пока удалять не стал. Смотрите, мы вчера фактически еще раз выстрелили вверх, получается, пробили угол замедления, то есть вот эта модель желтая уже для нас потеряла какой-либо смысл, поэтому я ее убираю. И у нас получается, рынок временно не дает нам четкого направления, что же он именно хочет на часах. А если такое происходит, то можно воспользоваться просто работой внутри ненаправленного движения. Диапазон здесь примерно 200 пунктов. Можно нанести канал с зоной условного касания и стараться ловить его на выходе из вот этих самых зон. То есть или вот отсюда, то что он сейчас собственно делает, или вот отсюда. Ну, те, кто у меня на базовом курсе были, мы этот момент подробно достаточно разбирали. Когда он зайдет или за вот этот уровень, или за вот этот уровень, мы уже сможем точно сказать, что трендовая составляющая у рынка появилась, и мы сможем тогда нарисовать, ну, как минимум линию тренда, а может быть даже уже и углы с соответствующей разметкой 1.1, 1.2 и 2.1 соответственно. Ну, пока вперед паровоза бежать не будем. Вертикальная линия обозначает, это когда мы пришли к выводу, что нужно рисовать
канал с зоной условного касания, чтобы все, что левее находится, даже если там были красивые прибыльные сделки, это чисто теоретические. Вот, а рассматривать потенциальные какие-то сделки мы начинаем только правее вот этой вертикальной линии. Это чтобы не путались те, кто будет смотреть, например, данную разметку через несколько дней и не путались, с какого момента мы начали ее рисовать. Не забываем про осциллятор, потому что в комбинации с данной разметкой он очень удобен в плане того, что будет запрещать вам входить в некоторые сделки, как это, собственно, было недавно сделано, да, вот здесь вот. Да, вроде был сигнал на продажу, но осциллятор запретил это делать, но, как мы пока что видим, вроде как даже не зря. Точно так же, как это было здесь. Тоже было предложение совершить сделку на продажу при выходе из зоны условного касания. Осциллятор, опять же, запретил и, как мы видим, тоже не зря. Поэтому сделки можно открывать, когда красная линия между синими находится. Но я думаю, большинство из вас и так это без меня знает прекрасно. Я просто напоминаю тем, кто относительно недавно присоединился к данной аналитике. Следующий новозеландец, у него все значительно попроще. То есть вчера у нас перенесенный угол стоял вот здесь. Четкий пробой, сигнал на осцилляторе буквально через две свечки, что пора убегать. Собственно, кто караулил, тот убежал, прибыль свою забрал. Опять же, буду рад, если в чат напишите, кто сколько здесь своей прибыли забрал. А сейчас ставим на новый максимум перенесенный угол и сидим, ждем. Если пробивает нижний, ждем движения вниз. Если пробивает верхний, ждем движения наверх. Но опять же, вверх для нас более интереснее, потому что все предыдущие сделки были направлены именно в этом направлении. Так, а теперь переходим на квадраты. По евро пришлось достроить несколько уровней, как вы помните. Вот, немножко не добрался до расчетного 1.13.835, появилась дивергенция, но я думаю, увидели, мы как раз о ней вчера разговаривали. Сейчас ближайший уровень по времени у нас на 11.40 выпадает. Если у нас будет образован минимум, мы об этом как раз узнаем, но 11.40 можно округлить буквально до 12, значит 12 еще плюс 2 часа, это 2 часа дня по времени MetaTrader. Если в 2 часа у нас уже сформулируется минимум, то, возможно, еврик еще постарается сходить наверх, к тому же самому 13.835. Если же нет, то придется работать исключительно по уровням. Или на пробитие вниз 12.903, либо на пробитие вверх 13.835, тогда прибыли будут, естественно, поменьше. Так, Павел пишет, теперь, думаю, фунт должен немного пофлетить в районе 1.43 и полетит дальше в район 1.39-1.4. Ну, все может быть, поэтому, опять же, я повторяюсь, мы всегда работаем по факту, не пытаемся угадать, что же будет дальше. Если ситуация будет развиваться именно таким образом, нарисуем канал в зоне условного касания, будем работать по каналу. Если же нет, будем брать трендовые сигналы, то есть здесь, я думаю, для всех все понятно. Дальше, Михаил пишет, по фунту сегодня в 11.30 выходит ВВП по прогнозам без изменения, следим за фактическими данными, этот индикатор показывает, куда движется экономика Великобритании. Благодарим за сообщение. И Вадим пишет, вроде по австралийцу есть дивергенция. Давайте вернемся. Так, ну, тут, наверное, даже немножко приблизить придется, потому что колебания достаточно небольшие. Напоминаю, что всегда, когда смотрим дивергенцию, желательно проверять синхронность. Ну, фактически дивергенция-то есть, но, как видите, она уже себя не оправдала. То есть, нарисовать-то мы, конечно, ее можем, но нам от нее уже ни тепло, ни холодно, потому что, я напоминаю, дивергенция отрабатывается либо сразу, либо никогда. Но вот в нашем случае получилось либо никогда. Он, конечно, чуть-чуть вверх сбегал, да, ну а толку? Толку никакого, там каких-то 12 пунктов. В лучшем случае, там, может быть, кто-то из скальперов что-нибудь здесь забрал, но это как бы далеко не самый интересный сигнал, на который стоит обращать внимание. С технической точки зрения я с вами полностью согласен, но именно с точки зрения трейдера, где можно поживиться, здесь не самый хороший расклад. Так, теперь еврик на 15 минутках. Новые
уровня у вас уже есть, причем получается у нас в какой-то веке получился на 15 минутках шестигранник, да, то есть уже два времени отработалось, причем фактически свечка в свечку, да, поэтому внимательно смотрите за оставшимися временами, у вас еще 4 времени на сегодняшний день есть, и одно из них появится в ближайшие фактически 45 минут, ну, по сути, сразу после окончания мероприятия, поэтому вполне возможно у вас будет какой-либо сигнал, внимательно следим, если будет образован максимум, он сможет отпрыгнуть вниз на 1.12.943, опять же, эта сделка будет в рамках 1 часа, не более того, если максимума не будет, то будем работать на пробитие уровней, либо вниз 1.13.143, либо вверх 1.13.435, какой пробивает, в ту сторону и становимся, либо караулим уже следующее время, которое будет 13.45, опять же ждем экстремума. Если максимум, мы становимся вниз, если минимум, то становимся вверх. Ну, так же, как, собственно, и работали до этого. Здесь, я думаю, никаких таких сложностей быть у вас не должно. Так, Алексей, вы можете адрес почты своей дать? Да, нет проблем. Он, в принципе, у вас в рабочем столе должен быть, если случайно я его не удалил, конечно. Так. Странно, куда-то делся. Я фактически на каждый лист его копировал. А, ну вот он, видите? Вот, alexey.ershov@alpari.org. Так что, если нужно что-то, то пишите. Да, вот Алексей Панин уже как раз подсказывает. Так, следим за индексом доллара, как он будет отрабатывать уровень сопротивления 95 ровно. Ну, мы как раз фактически с этого момента начали, полностью согласен. Так, следующий. Фунт стерлингов на времени на 5 утра не остановился. Поэтому у него есть время еще немножко упасть до 1.43.137. Если он на нем образует минимум, то фунтик может сбегать наверх на 1.43.901. Поэтому ждем, как он будет себя вести, потому что дивер у него по сути уже есть, но такого резкого движения наверх мы не увидели. Поэтому еще маленькое падение у нас вполне допустимо. Поэтому те, кто стоят по фунту вниз, вы теоретически себе еще в районе 25 пунктов в карман сможете положить, а вот около 43-137 уже повнимательнее, там он может остановиться. Если он пройдет и не остановится, может упасть еще ниже, до 1.4250, но пока мы не получили подтверждения на данное движение, поэтому и можем его рассматривать только в теории, потому что никаких фигур разворота у нас от вот этого восходящего движения не появилось, поэтому это всего лишь коррекция после вот этого восхождения. И она становится на одном из расчетных уровней, скорее всего, то есть либо на вот этом, либо на вот этом. Поэтому те, кто заходили с макушки, спокойно стойте дальше, те, кто сейчас вне рынка, вам придется посидеть, покараулить, где же он остановится, чтобы потом опять с донышка зайти на рост. Так, а мы идем дальше, следующий фунт стерлингов на 15 минутках. Так, Егор пишет, что экран потух, но я вот смотрю как зритель, и при этом никаких проблем с трансляцией нет. Если у кого-то еще косячки в трансляции есть, то прошу в чат написать. Так, по фунтику тоже на 15 минутках. Новые уровни посчитал, обращаю внимание, что сейчас как раз наступает временной уровень 9.30, плюс-минус получается полчаса, то есть две свечки, и если здесь будет образован минимум, а он уже почти готов, да, то у нас фунт может приподняться до 1.43.66 в рамках примерно 1 часа или немножко меньше. Ну, расстояние, по сути, 19 пунктов, интересно будет только скальперам.
Если же его это не остановит, может убежать на 42.81. Как раз после семинара вы сможете этот момент подкараулить. Если будет движение, вы вполне точно знаете границы, где он, скорее всего, остановится, сможете это движение забрать. Следующий швейцарский франк. Здесь получается он достаточно далеко от ближайших уровней, как по времени, так и по цене. Поэтому сейчас его пока что не трогаем. Это относится к тем, кто вне рынка сейчас находится. Те, кто заходил еще вот там с верхушек, да, можно стопик поставить на 0.9674. И если он будет еще ходить вниз, то вы заберете прибыли побольше. И, возможно, и закроете сделку где-то вечером сегодня в 19.30. Если же данный прогноз не оправдается, то он будет болтаться то вверх, то вниз до этого времени. И мы будем входить только после пробития 96.75 вверх или после пробития 96.30, соответственно, вниз. Опять же, если пробивает, то ходим или через один уровень вверх, если на уровне, который на его пути будет стоять, он не будет останавливаться, или через один уровень вниз, если он не будет на промежуточном уровне останавливаться. То есть все фактически так же, как и во все предыдущие примеры, которые мы рассматривали. Так. Так, Вадим задает вопрос, Алексей, минимум относительно последней свечи или чего? Нет, когда мы рассматриваем вопрос о формировании минимума или максимума, когда вот эти вот вертикальные желтые линии у вас появляются, то я вам говорю о том, что если будет, вот например, вот мы сейчас рассматриваем швейцарский франк, допустим, мы будем видеть, что он будет падать, в идеале это будет выглядеть вот так, и образует фрактал вот здесь, ну, с погрешностью в две свечи влево, в две свечи вправо. Если он это сделает, то, скорее всего, до следующего времени он сходит или на один, или на два уровня вверх. Второй вариант, как могут развиваться события, он может сейчас пойти немножко вверх, не обязательно даже доходя этого уровня, и образовать экстремум здесь. Вот так. То есть в заданное время он образует экстремум, тогда до следующего времени он будет идти в противоположную сторону, то есть вниз, или до вот этого уровня, или до вот этого уровня. И третий вариант, самый противный из всех, если он в это время ничего не сделает, то потом спустя какое-то количество свечей он, допустим, пробьет верхний уровень, тогда он сможет сходить вот отсюда, или сюда, или сюда. И второй вариант, если он не остановится на этом времени и потом плавно пойдет вниз и пробьет вот этот уровень, то от него он сможет сходить, сейчас отсюда не видно, сейчас покажу, отсюда сможет сходить, да что ж такое, а новый софт чуть побольше нагружает, или вот сюда, или вот сюда. Самое главное, чтобы к наступлению следующего времени вы уже были в безубытке или в положительном стопе. Потому что именно на этом времени может образовываться новый фрактал. То есть вот 4 варианта того, как могут развиваться события и как вы можете ими воспользоваться. Надеюсь, на вопрос полностью ответил. Если нет, то поясните, что еще вам интересно. Так. Ну, фунт на 15-минутке здесь, по сути, то же самое. То есть у вас есть еще две свечки, не считая текущую, да? То есть это следующее, это будет 9.45 и 10 часов. То есть если к 10 часам здесь будет минимум, то он сможет сходить или к этому уровню, или вот к этому уровню до следующего времени, до 15.30. Если он не зайдет за 43.471, то он так и будет здесь болтаться, и вы ничего здесь сделать не сможете, потому что если будете открывать сделку, то только на свой страх и риск. Тогда придется открываться только после 1.43.188, открываться вниз с потанциалом или вот сюда, при условии, что вы сделку закроете примерно к 15.30, или уже будете со стопом в состоянии плюс. Вот, собственно, и все. То есть ничего
сложного. Логика достаточно простая. Так, швейцарца фактически обсудили, так как он далеко от обоих уровней, работаем только на пробой. Австралиец на часах ждем 15.20. Если там будет образован минимум в районе 0.76-250, то будем рассматривать сделки на покупку. Если минимума не будет, то после того, как закроется свечка после уровня 0.76-250, медвежья свечка, то у него будет потенциал упасть на следующий уровень, это 0.75-858 до 15.20 уже завтрашнего дня. Поэтому все какие-либо действия с нашей стороны будут происходить уже в половине четвертого по метатрейдеру. Сейчас его лучше не трогать. Зачем лишний раз судьбу испытывать? Так, новозеландец. По новозеландцу фактически ситуация та же самая. Единственное, что у него только что как раз произошло пробитие уровня 69.038. Только что сломалась линия Ганна. Осциллятор пока что не запрещает сделок. И у него как бы ситуация с австралийцем просто немножко... Так, давайте переключим, немножко более раннее по времени, да, то есть как будто бы мы в австралийце находимся вот здесь. Поэтому на новозеландца можно, в принципе, зайти и сейчас. То есть стопик кинуть за 69.038, агрессивные, осторожные за линию Ганна могут кинуть стопик. Вот. А потенциал движения у него к 0.68.455 до конца сегодняшнего дня, даже до 11 часов завтрашнего дня. То есть потенциал движения получается приблизительно где-то пунктов 45. Не забываем только то, что осциллятор уже несколько раз бился в нижнюю границу. Как только он сюда подойдет и у вас будет уже какой-то плюс, сразу же стоп в безубыток, первый вариант. Второй вариант, сразу забираем прибыль и уходим. В зависимости от того, кто как больше любит. Так, японца сказали, пропустил. Так, каюсь. Сейчас посмотрим. Так, по японцу получается только что ударился в 112-111. Вот, пока что не пробил ни тот, ни другой уровень. У нас не образовался экстремум тогда, когда мы ожидали, чтобы им воспользоваться. Поэтому пока он не зайдет за 112-518 вверх или за 112-111 вниз, но я бы больше все-таки рассматривал движение наверх, мы ничего делать не будем. Если пробьет 112-518, у вас есть цель, это 113-027 или к тому же еще уровень по Чикаго, фактически рядом стоящий, это 112-99. Михаил, поправьте меня, если информация изменилась. И эту цель он сможет достигнуть до 8 часов утра завтрашнего дня, то есть как раз мы в это время уже с вами успеем пообщаться. Так что те, кто любит японцев, можете посмотреть вот здесь вот. Потенциально еще один вход будет. Так, австралийца мы посмотрели, новозеландца посмотрели, канадец. Канадец, получается, сделал небольшой дивер, слабенький, да, зашел немножко дальше, чем ожидалось, за уровень 1.29.558, потом образовал экстремум на расчетном времени 22.00, сейчас идет наверх, пытается сломать линию Ганна. Если канадец захочет расти, то ему нужно как минимум сломать линию Ганна, зайти за 1.30.355, тогда мы, может быть, подумаем, покупать его или не покупать. Если же нет, рассуждаем точно так же, как и вчера. Если он обновляет уровень расчетный 1.29.558, так как он до этого сделал, то есть пробил, то сможет сходить еще вниз. То есть вот два уровня у вас есть, куда он может теоретически еще упасть. И время, до которого это может произойти, это до 4 часов ночи завтрашнего дня. Но пока не будет большой белой свечи, как вот здесь, закрытой ниже 1.59.558, лучше от продаж воздержаться. Исключением может быть только случай, если он будет сейчас слабенько расти и к 4 часам ночи завтрашнего дня образует вот здесь вот максимум. Если будет вот такая штука, то вот там можно будет продать. Получается, у вас будет сигнал и по времени, и по цене. Такие подарки как бы
судьба дает не так часто, но мы с вами примеров уже, в принципе, видели достаточно много, поэтому те, кто только недавно подключился, можете просто подгрузить за предыдущие мероприятия запись и посмотреть, как отрабатывались некоторые сигналы. Так, Виталий, уточните, пожалуйста, постановку стоп-лоссов. Ну, логика очень простая, то есть мы всегда стопики ставим за расчетные уровни, то есть желательно, чтобы стоп стоял одновременно за линией Ганна и стоял за расчетным уровнем. Тогда вероятность его выбивания будет достаточно маленькая, если прогноз о направлении вы сделали верный, то есть шумом его не выбьет. Если вы становитесь в среднесрочной перспективе, то лучше ставить за два уровня, то есть, например, вот сюда. Но тогда, исходя из этого, вы должны брать и более большие цели, чтобы не коверкать матожидание. Вот. Поэтому, получается, если вы будете рассчитывать на то, что канадец будет падать дальше, то у вас стопик будет стоять минимум на 1.31.038, а профит у вас будет в районе 1.26.482, но на то должны быть уже свои аргументы. То есть вы тогда будете держать сделку несколько дней подряд, и если уж мы говорим о канадце, не забывайте то, что он за ручку ходит с нефтью. Считалку для корреляции я вам давал, поэтому всегда степень зависимости просчитать вы сможете. Так. По иене Chicago Mercantile Exchange пока без изменений, благодарю. Так, на нефть смотреть надо, как и по рублю. Абсолютно согласен с каждым словом, Вадим, совершенно верно. То есть канадец и рубль – это сырьевые валюты, которые за ручку ходят с нефтью. Если у кого-то есть сомнения, берем и correlation table, и меряем степень корреляции в течение дня и убеждаемся, что корреляция очень высокая. Тогда вопросы автоматически все отпадают. Так, Михаил пишет, по канадцу Chicago Mercantile Exchange уровень нижняя граница 1.2905. Давайте нарисуем. Опять же, такими данными пренебрегать не стоит. 1.2905. Так, ну он получается на пути к расчетному уровню, следующему около предыдущего минимума есть. Поэтому тоже обязательно берем его в работу. Золото на днях, ну пока что развивается именно так, как ожидали. Ждем, когда же он даст нам возможность на рассмотрение среднесрочных и долгосрочных сделок и расчет новой модели. Вполне возможно, что это будет не на этой, ну даже и не на следующей неделе, но помним, что перспективы у него очень-очень высокие на ближайшие года, и было бы неплохо встать в самом-самом начале и забрать всю прибыль, которая будет, может быть, на протяжении всего 16-го и начала 17-го годов. Но мы еще не один десяток раз с вами успеем собраться, поэтому я думаю, никаких пока что таких рассуждений на вход мы делать не будем, а тогда, когда у нас сформулируется новая модель, посчитаем любимый угол для него и уже исходя из любимых углов начнем заходить. К тому же, я думаю, при желании можно будет еще сделать поправки по астротехникам, то, что я на клубном дне показывал. Тогда, соответственно, уровни немножко сдвинутся, которые вверх, которые вниз, и также времена немножко уточнятся, и погрешность в определении моментов разворота у нас существенно падет. Ну, все в свое время. Сейчас золото на часах, ну вот фактически идеально вчера, как раз вот то, что 10 минут назад я вам говорил, остановка и по времени, и по цене одновременно, вот вам как раз идеальный пример того, как это происходит, да, то есть смотрите, как развивались события. Цена один раз стукнулась в уровень, второй раз стукнулась в уровень, третий раз стукнулась в уровень. Мы с вами уже не один десяток раз видели примеры, что если с третьего раза не пробивает, то в большинстве случаев как минимум отходит на один уровень назад, а может быть и несколько больше, но в большинстве случаев на один уровень. Вот он отошел на один уровень назад, у него было еще время для падения, к тому же еще сломал линию Ганна и сходил еще на один уровень, наступило время потенциального формирования экстремума, он его сделал, и вот сейчас болтается непонятно в каком направлении,
Даже не будем пытаться угадывать, что он именно собирается делать. У нас есть два уровня, это 1231-81 и 1224-405. Вот когда он их преодолеет, тогда и будем рассматривать какие-либо сделки. Если вверх, то на покупку, если вниз, то на продажу. Все, какие цели, соответственно, через один уровень вниз. Цель – это 1214-532, только для краткосрочников интересная, да, и цель через один уровень наверх уже более интересна, потому что все-таки золото уже больше начинает разворачиваться в покупке. Это новый потенциальный максимум, это 1254.024. Время истечения подобного сигнала – это 12 часов дня завтрашнего дня. Поэтому здесь, я думаю, все в целом должно быть ясно. Так, дальше вопрос вижу пока что. Ко мне нет, поэтому идем дальше. Золото на 15 минутках. Так. Стоп, что, золото забыл посчитать, что ли? Так, ну, как всегда, почему-то про золото я забываю. Так, давайте быстренько сейчас вместе сделаем. Так. Первое в 7 часов. Второй экстремум в 10.30. Третий в 18.30. И, собственно, все. Так, ну, здесь либо квадрат, либо треугольник. Сейчас посмотрим, кто именно. Одну все время не учитываем. Так, нет, я был не прав. Пятигранник получается, видите, да, забираем эту ячейку, а вот эти каждые с погрешностью получается в 15 минут тоже забираем, поэтому давайте я сейчас на другой монитор перенесу и сейчас времена поставим сразу те, которые нам нужны. Так, уровень, я вижу, уровни правильно стоят, а времена не установлены. Так, час 15, сейчас заодно проверим, как у нас там в прошлом отрабатывалось. Дальше 6 часов упали. Маленький минимум. Дальше это 10.52, но можно округлить до 11 часов. Следующее 15.40, это значит 15.45 округляем. Есть. И 20.28 округляем до 20.30. Вот, опять же, пока не пробьется 12.223.923 и уровень 12.29.85, то есть или вот этот, лучше его не трогать. То есть ждем 11 часов, с образованием минимума присоединяться можно, если минимума или максимума образовано не будет, то есть экстремума нет, то тогда работаем только по уровням поддержки и сопротивления. Так, золото становится сильно востребованным. Не получится ли повторение рокфеллеровской истории с грязными ботинками? Ну, дело в том, что золото существенно упало в цене за последние несколько лет, и это связано с тем, что его на рынке просто стало слишком много из-за того, что главный потребитель золота, Китай, стал закупать его поменьше, чем нужно. Вот. А золото в глобальном плане все равно росло, и я думаю, что в ближайшие где-то года 2-3 золото вырастет в цене существенно, ну как минимум раза в полтора, в два. Вот. Но сейчас конкретно мы на этом кашу не сварим, а когда мы получим подтверждение, тогда уже и будем совершать какие-либо торговые операции.
Так, Егор задает вопрос. Алексей, зигзаг у вас стандартный? Да, совершенно верно, стандартный. Я зигзаг поставил не для того, чтобы по нему принимать какие-либо решения, а для того, чтобы мы с вами не спорили, какие экстремумы учитывать в расчете в Ганзиле, а какие не учитывать, чтобы убрать человеческий фактор, и не более того. Так, дальше, австралиец. Австралиец пока что не трогаем до 6 апреля, он нам абсолютно не интересен на днях. Рубль по-прежнему стоит около зоны 65-24-66-78. Пока он этого не сделает, мы тоже ничего делать не будем. Нефть каких-то крупных колебаний не дает. Ждем, когда будут там следующие заседания на тему ограничения добычи нефти. Возможно, это как раз и всколыхнет рынок энергоносителей. Пока этого нет, мы тоже ничего делать в глобальном плане не будем. У нас есть две модели. Старая модель на падение и уже есть новая посчитанная модель на рост, которая уже даже два раза подтвердила формирование минимума на расчетном значении 39.23. Пока цена будет оставаться за ней, у нас не будет отставания цены от времени. И пока что модель еще будет оставаться актуальной. Если же она отойдет к 33.83, здесь уже придется подумать, насколько она будет актуальна в дальнейшем, но пока этого не произошло, мы тоже сильно заморачиваться на эту тему не будем. По китайцам, я так понимаю, поживились хорошо, то, что мы с вами обсуждали в начале недели. Пока что сделка, те, кто передвинули тогда стопики, когда я показывал вам сигнал от осциллятора, я так понимаю, уже спокойно сидят в плюсе, ждут, когда же надо будет выйти. По времени 4 апреля у нас формирование ближайшего экстремума может быть. А по цене цель у нас не поменялась, это 6.42.81. То есть все то же самое. Так, Вадим пишет, по золоту своп всегда отрицательный, нужно очень хорошее движение по нему. Но именно поэтому мы с вами и еще не входим в золото, то есть мне бы хотелось именно подловить начало сильного импульса, и тогда вы все свопы заранее отобьете и сможете стоять в сделке в более долгосрочной перспективе. Так, ну, вчера просили рассмотреть серебро, сейчас как раз уровень 9 часов, вполне возможно, что начнется формирование минимума, он сможет сбегать до 15.30. Вчера как раз в 9 часов у нас формировался тоже уровень, он сбегал наверх, сделал максимум и отошел. То есть те, кто тогда просили серебро посчитать, я надеюсь, вот это движение в карман себе положили. То есть, возможно, в течение ближайших 2 часов вам будет еще один подарок на эту тему. Поэтому примерно сейчас у нас 10 часов по Москве, где-то в 12 часов по Москве может быть еще один сигнал. Ну, а график по Боингу вам, в принципе, сейчас никак не нужен, потому что на нем сделки мы не совершаем. Сейчас я сделаю вам ссылку для скачивания нового рабочего стола. И самое главное, я еще раз повторяю, если вы пользуетесь индикаторами, которые я здесь показываю, то обязательно установите новый профиль, иначе завтра старые индикаторы работать перестанут. Так. Если будут какие-то вопросы возникать, то в чат пока что пишите. Время у нас еще есть. Метатрейдер пусть будет выключен. Я на всякий случай поставлю, чтобы загружался заново. Так, сейчас мы сделаем новый архив. Нет, трансляция продолжается.
Нас немножко отвлекают, но мы уже практически все сделали. Так, 31 число, 10 часов утра, то есть все данные обновлены. Нет еще. Так. Да. Так, и, собственно, ради чего я вам несколько раз напоминал сегодня, что нужно обязательно поставить новый рабочий стол. Вот в папке MQL4 индикаторы, раздел прошитые, по дате изменения, как видите, вот 38 попугаев и EAR Gun Hello Activator были внесены изменения фактически за 20 минут до начала трансляции, поэтому вот это обновленные версии, они у вас должны работать корректно. Старые, скорее всего, перестанут работать завтра. Вот. Теперь все сейчас закину в архив, и уже через пару минут можно будет скачивать. Я ВКонтакте тоже, когда видео буду выкладывать, напишу, чтобы обязательно скачали. Вот. Но на всякий случай просто в самом начале и в самом конце напомню, потому что не все слушают мероприятия прямо от первой до последней минуты. Так, все готово. MetaTrader на всякий случай перетащил. Иногда бывает, что не подгружается. Поэтому нужно будет нажать обновить. Сейчас вам в чат кину ссылку. Вот, держите. И для тех, кто смотрит в повторе, давайте добавлю еще саму ссылку вот так. То есть вот, кому нужно, кто смотрит сейчас на YouTube или ВКонтакте, вот ссылка для скачивания. Так, 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 смотрим, какие еще есть сообщения. Насчет точного расчета по времени пока что округление с точностью до начала часа пока что еще не сделал. В ближайшем будущем, как только появится, тогда сделаем. Так, ну вижу, вопросы в целом закончились. Тогда давайте на этом прервемся, потому что тут у нас еще какие-то строительные работы начались, поэтому не очень удобно продолжать вещание. Давайте... Если что, встречаемся завтра в 9 часов, как обычно. Всем удачи и попутного тренда. С вами был Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. До свидания.